Я спрошу. Квадратный что ли? Нет, нет, как обычно? Обычный тангун тут. Чумби. На меня смотри. Вот. Сей. Чок! Ана! Чет, сейчас. Кругом, дали? Кругом, да? Кстати, здесь вот момент, он такой, как на институте, правильно? Как делать волну? Переход. То есть, посмотрите, тут есть несколько вариантов. Несколько вариантов, как правильно, как неправильно. Вчера надо было разобрать, но тут. Вот как здесь правильно делать? Как здесь правильно делать? Значит, с одной стороны, движение должно быть не вот такое, это как бы очень буратино, не то. Вот это вот. Не сверх, нет. Должно быть движение вниз, вверх, вперед, назад, то есть вот такое по кругу. По кругу должно быть движение. Понимаете, да? Вот не такое, а вот по кругу. С другой стороны, если мы будем учить раз, два, три, то вращается все, как показывает практика преподавательская, вот такое движение. А это уже точно неправильно. Вперед-назад тогда получается. Поэтому мы должны помнить о том, что это движение идет по кругу. Это не точно вверх-вниз. Это не так. Это движение должно быть по кругу. Но если мы будем учить вперед, вниз, вперед, вверх, назад, то будет получаться лететь, точно будет получаться вперед-назад. Поэтому движение должно быть более свободным. Более свободным. Раз, два, три. Хорошо, попробуйте. Вот чуть-чуть есть, вот видите, вот это чуть-чуть вот такое движение, чуть-чуть у меня есть. Чуть надо больше выйти туда. Пошло дальше. Раз, два. Вот если получается движение, что было здесь, стало здесь, то есть туда, вот назад, это неверно. И если получается вот строго вверх-вниз, тоже неверно. Понимаете?